Всем привет! С вами канал ArtMoney. Чем занимаюсь на даче я? Смотрите, секатор. Вот она дорога. И с этой стороны очень сильно мешает, царапает машину. Царапает машину деревья. Вот я их вот так вот подстригаю. Ну тут вот. Я, в принципе, уже все подстригла. Уже у меня появилась большая кучка. Осталось вот чуть-чуть вот это дерево еще. Опа! А палочки эти я собираю, Дима их обрабатывать очень любит. И потом мы с ним играем в железную дорогу. Вот они. Опа! Кстати, секатор прям классный. Называется вот так. Самурай. 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 Перевернется, если что. Самурай. Классный прям секатор. Бабуля где-то купила. Вот, сейчас еще вот эту ветку чуть-чуть, наверное, состригу. Ну, постоянно я всем этим занимаюсь. Это больше никому не надо. Машин ездит много, но никому не надо это. И все это собираю. А, Валя, что там? Там? Пусто? Нет, ничего. Колдовали. Пусто там сейчас? Пусто? Отгадай. Пусто. Вот так. Опять чеснок. Жуй. Теперь давай я его заколдую, он там пропадет. Смотри, вот он здесь. Колдую. Ну, жуй только, Дима, жуй. Нету. Жуй хорошенько. Нету. Жуй. Это Володь. Ты Володь кормишь? Надо запивать, что ли, ему дать. С тобой, дядя. Давай, Валуев, ешь. А бабуля Ира. И я. Дим, покажи Валуеву, как надо есть. Он, наверное, не понимает. Покажи ему, как надо кушать. Курочку с помидоркой. Смотри, Валуев, смотри. На. Что, он не хочет смотреть? Смотри, как бабуля Ира есть. Смотри, как бабуля есть. У меня полный рот. Покажи. Покажи, как. О, скажи. Смотри, как Дима кушает. А он не хочет смотреть, Валуев. Смотри, что. Отвернулся что-то. А помидорку? Смотри, как Дима помидорку ест. Смотри, Валуев, и учись. Встань и стой смирно. Стой смирно, Валуев. Не балуйся. Чужим тоже балуется, да? Покажи, как кушать ему надо. Смотри, как Дима живет. Дима, Валуев, посмотри, как Дима хорошо живет. Да, все смотри, проживал, смотри. Да? Смотри. О, как Дима живет. Молодец, хорошо. А мне тогда дай. Мне дай. Сейчас я тебе дам помидорку, помидорку. На. А Дима лучше кушает помидорку. Он не как... давай Диме, не давай, дай мне. Здрасте, как мне ты не дай, давай Диме? Мне дай кашу, мне. Давай скорее. Мне давай скорее. Дай мне. Дадим? Мне. Не давай Диме, не давай. Ну, бабуля, съешь ты ложечку. Давай, бабуля. Юк! Кто там? Где? Там каша. Полный рот, прожуй. Ну, помощник, цветочки поливаешь? И тут я из тосок буду. Давай, поливай. Ой, Дима, молодец, поливай. Вот так. Цветочки, Дима. Ага. Это тоже будешь поливать? Хорошо. Молодец какой, Димочка. Дима, какой молодец. О, как ты поливаешь. Хорошо. О, как поливает Дима. Слезай. А тут у нас идет одновременно сбор яблок на стремянке. Аж вдвоем. Ну так мы тоже освобождаем немножко яблок. Молодец, я тут лезу к ним. Им тяжело очень. Взяла, уронила. Что, это на видео снимаешь? Конечно, сбор яблок.
летний сбор яблок. Середина лета, а мы собираем яблоки уже. Выйдет, правда, с опозданием. А Дима поливает. Ну ты сорняк не поливай, Дим. Поливай вон петунья, Дим. Цветочки поливай. Дим, Ксюша зовет тебя. Иди, вон, Ксюша зовет. Иди под дорогу. Она на батут зовет. Дима, идите вместе на батут. Почему ты не хочешь? Иди. Иди. Бегает, бегает, бегает. Вот, молодец, Дима. Петуньи поливает, да? Поливает. Они большие, смотри, какие выросли. С тебя ростом почти.